और कीर्तन तनिश यस हां कल कीर्तन जो Может, стульчики подвинете поближе, если хотите. Двигайтесь к Махараджу. Чем ближе к Махараджу, тем больше энергии будет переходить от Махараджа. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना जय जामुनी वनचारी राधा कुंज बिहारी जय जामुनी वनचारी राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Hari Go, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Jai Gaur Hari Go, Hari Go, Hari Go, Jai Gaur Hari Go, 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 Hari Go. Мы сейчас проходим Бхагавад-гиту, у себя там на Махате немножко там читаем, пытаемся, значит, что-то рассказать. И Кришна там обращается к Арджуне, Арджуна играет роль условного человека, знакомый с Бхагавад-гитой немножко. Может быть, что-то слышали, может быть, немножко. Махабхару посмотрите. Никто не смотрит Махабхару еще. Советую, прям сериал такой замечательный. Бхагавад-гита история такова, что как бы там идет война, и Арджуна вынужден стать против своих родственников, учителей, ну, просто вынужден их убить, так или иначе. И некоторые люди, когда Махабхарату читают, они, в смысле Бхагавад-гита, они такие, ну как так, ну как можно убить родственника своих, что за война вообще такая, что за Бхагавад-гита такая вообще странная, непонятная какая-то вещь, вот как можно против родни своей пойти, там и все такое. А когда посмотрят на Махабхарату, у нас одна преданная посмотрела, она тоже так же раньше не понимала, как так, воевать против своих родственников. А вот она как бы, ну, возмущалась так, в глубине души, так и как-то все. Что вот. Она как бы, когда посмотрела на Махабхарату, она сказала следующее, вы знаете, я бы сама всех этих родственников поубивала. Вот поэтому как бы посмотрите, правда, Махабхарату, очень замечательный сериал такой, как бы, вы поймете, про что Бхагавад-гита на самом деле. Так вот, а это значит, какую программу? Это значит ВКонтакте, набираем mahabharata.ru. Вот, там меню есть, как бы, посмотрите, замечательно, а люди оторваться прям не могут, смотрят прям вот так вот, запой, как бы, там 140 чем за серию уже переведено. За день 7 серий. Да, за день там по 70 серий смотрят, как бы. Ну, они по 20 минут. По 20 минут серии, да, вот, посмотрите. Ну, так вот, мы проходим Бхагавад-гиту, пытаемся немножко читать. Вот. И Арджуна там играет роль такого, ну, обусловленного человека, запутавшегося, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Ну, как бы война, родственники, значит, что делать, он не знает, он все бросил, сел на, значит, на свою колесницу, как бы я, говорит, не буду сражаться, он расстроен, он переживает, у него как бы проблемы. Вот. В той ситуации мы как бы мы все, как Арджуна, в этой ситуации, как бы на самом деле в этом мире, у нас постоянно вот эти проблемы постоянно, то одно, то другое, мы растеряны, мы не знаем, что нам делать, так или иначе. И Кришна очень терпеливо ему объясняет, глава за главой, как бы, почему Арджуна должен поступить именно так, а не иначе. Арджуне повезло, у него есть духовный учитель, это Кришна, он выступил в этой роли.
И он наставил его, и он рассказал ему, что делать. У нас ситуация хуже. Ну, скажем, ну, про всех не буду говорить, но так скажем. В большинстве своем люди не имеют духовного учителя, наставника, который бы мог посоветовать что-то им. Как бы, соответственно, представляете, как бы положение, не знаем, что делать, спросить не у кого. Все такие же, как мы, и так же, ну, как бы, так же страдают, как бы, реально, и ничего, в общем-то, сделать с этим не могут, на самом деле. Вот. Повезло тем, у кого есть духовный учитель. Они могут также подойти и спросить, задать вопросы, а что мне делать, а как мне быть, а как мне поступить. Духовный учитель – это тот человек, кто разрешит наши сомнения, наши проблемы буквально вот одним движением руки. Это тот, кто убирает все сомнения ученика. Это тот, кто лично, глаза в глаза видел Господа. Это тот, кто знает все священные писания. Это великая личность на самом деле. И вот Арджуне повезло. Он встретил такую личность, это был Кришна, он выступил в роли его духовного учителя. И Арджуна спрашивал у него, что ему делать. Я говорю, теперь, ну, предавшаяся тебе душа, этого ученик, пожалуйста, наставь меня, скажи, что есть лучшее для меня, я не знаю, что делать. Вот. И Кришна, когда ему терпеливо и долго объяснял, значит, он говорил очень интересные вещи. Он взывал к разуму Арджуны и говорил: Арджуна, вот ты подумай, ну ты же умный. Мы, в принципе, вот все здесь сидящие, мы как бы, ну, наверное, я думаю, не считаем себя какими-то, ну, как бы недалекими, совсем глупыми людьми. Какой-никакой разум есть. Пусть, может быть, там не очень там что-то, так или иначе, может, образования как бы не хватает где-то. Ну, так или иначе, мы, по крайней мере, когда мы приходим, например, в магазин выбрать какую-нибудь вещь, мы поступаем разумно, мы смотрим строчки, спереди прошито нормально, нет ли дырочек, нет ли как бы это, какова цена, по карману ли мне это. Мы какой-то разум применяем, так или иначе, в обычной жизни. Здесь он называет к такому простому, обычному разуму Арджуну. Он говорит: Арджуна, ты подумай сам, говорит. Как вот ты, говорит, будешь вот здесь, говорит, жить? Кому-то тут собрался служить, кому-то собрался поклоняться. Просто подумай, что для тебя выгоднее, он говорит. И Кришна ему рассказывает этап за этапом, как бы, почему выгодно вот это, а вот это невыгодно. Просто как бы вот. И Арджуна начал думать, он начал задумываться. И Кришна ему объясняет: я есть все. Все это принадлежит мне. Это все изошло из меня. Я хозяин здесь всего. Кому ты собираешься служить? Семье, родне, государству, себе, жене, детям, кому? Нет никого, я один есть. Вот это все, что ты видишь, это я. И то, что ты не видишь, это тоже я. Соответственно, он просто как бы объясняет ему наглядно, что ли, как бы доходчиво, что нет смысла направлять свои усилия на что-то другое, только на Господа иметь, ну, направить свои усилия, иметь смысл. Он объясняет ему, что никакой выгоды ему ничего не принесет служение где-то там-то кому-то и всему этому временному, непостоянному. Счастье он не увидит, он объясняет ему. Я есть все. Просто как бы и показывает ему, Арджуне наглядно показывает, что он действительно есть все. Вот. И когда Арджун это все понимает, он это увидел, ну, до него дошло, что а действительно-то, собственно говоря, чего я тут сижу-то, вот расстрадался-то. Вот. И Арджуна принимает правильное решение так или иначе. Вот. Поэтому мы встали на духовный путь, как бы. Я, ну, вижу, что вы утром пришли, представьте, там столько всего интересного на улице, там то все, там много чего. Но вы сидите здесь, вы потратили свое время драгоценное для того, чтобы услышать о Господе немножко. Вот. Выделили как бы это время. На самом деле это большое дело очень, это очень важно. И Господь вчера говорил, Он очень благодарен за это. Он каждому из вас очень сильно благодарен. И на благодарность Он отвечает не как обычный человек, как бы там что-то там, ты мне или тебе. Тысячекратно, понимаете, тысячекратно. Вот за то, что вы потратили немножко времени на него, он вам ответит тысячекратно. Так вот, благодаря тому, что вы выбрали время для Господа, пожертвовали этим временем, пришли сюда, сидите, слушайте катху, Господь сделает так, что вы найдете своего духовного учителя. Потому что это важно, это очень важно. Если вы его найдете, можете считать, что все, ваша жизнь успешна, вам больше на самом деле ничего не нужно. Вот, это будет совершенство реально, потому что это большая удача найти истинного духовного учителя, так или иначе. Вот, вайшнавы, они редкие. Садгуру – это очень редкая фигура в этом мире.
Вот. Но вам повезло так или иначе. Вы действительно счастливчики. Всегда Гурдев говорил, вы очень удачливы. Вот. И, как бы, и я повторю за ним слова, вы очень удачливы, потому что сегодня вы сидите здесь, у вас есть возможность пообщаться с Вайшнавом, у вас есть возможность послужить, у вас есть возможность послушать. У вас просто, я не знаю, там все возможности, какие только можно представить человеку в этом мире на сегодняшний момент, они у вас есть сегодня, сейчас, прямо здесь. Что я хочу, чтобы вы просто как бы воспользовались этим шансом, той удачей, которая выпала на вашу долю, не потеряли ее, не упустили. Потому что мы часто пропускаем нашу удачу сквозь пальцы, она проходит у нас. Вот просто мои как бы вот сердечные, как говорится, пожелания вам, чтобы вы воспользовались этим, вот этой удачей, этим шансом. Спасибо, Кришна. Сейчас вас еще будут. Хари Кришна. Вообще не ожидала такого поворота. Я думала, хватит уже. Но я присоединяюсь, конечно, к тому, что сказала Вишакха Деви. Духовный учитель — это на самом деле самое важное, что может быть в жизни. Это тот, кто нас ведет, тот, кто о нас заботится. Но пока такие очень сильные эгоисты, на самом деле, нам надо, чтобы нам что-то все. Нам. Не скоро как бы придет такое настоящее настроение служения, то, к чему он на самом деле нас должен подготовить, как служить Господу. Потому что напрямую мы не можем ему служить, к сожалению. Мы можем служить только представленными, будучи представленными Господом. То есть этот принцип, он работает и в материальной жизни, и в духовной. Мы можем наладить отношения с кем-то только через его близких. И Гурудев всегда говорит, что Кришна, и когда я говорю слово Кришна, вы не думайте, что я говорю только о нем одном. У него есть окружение. То есть Кришна — это в первую очередь Рада и Кришна. Мы сегодня пели Баджана, если вы заметили, мы очень много пели Рады, 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 да? Слышали? Может быть, кто-то не знает, кто это. Это самая близкая спутница Господа, это его энергия. Вот. И Гурудев говорит, что мы в большей степени даже не в сознании Кришны должны находиться, а в сознании Радхи. Мы должны узнать, кто она и как с ней наладить свои отношения. Я что-то залезла в очень такую глубокую тему нечаянно, извините. Вот. Но вначале, в любом случае, у нас должны возникнуть отношения с Гуру. Я надеюсь, что каждый из вас в этой жизни придет к своему истинному Гуру. И вот в этот момент у вас начнется настоящая духовная жизнь. И от вас будет зависеть именно вот эти налаживания отношений с ним. Однажды к Гурудеву подошли люди, преданные, духовный учитель которых как бы их оставил, и они были в сомнениях. Они, с одной стороны, понимали, что наш Гурудев — это садгуру, с другой стороны, у них уже был печальный опыт, они уже отдали сердце другому гуру. И он их оставил. И они очень сомневались, а как вы нас примете? И Гурудев тогда ответил, что это зависит не от меня. Я всегда готов на эти отношения, я всегда готов ответить. Все дело в вас. Как вы начнете со мной налаживать эти отношения? Как вы, будете ли вы обо мне вообще вспоминать? Будете ли вы обо мне думать? Будете ли вы мне молиться? Только таким образом можно их наладить, эти отношения. То есть нам нужно в корне поменять вот это вот отношение, что кто-то должен мне что-то. Сначала мы все-таки делаем для другого человека, чтобы он нам ответил каким-то образом. Если мы начнем служить гуру, он непременно ответит нам своей милостью.
Эта милость приходит в самых разных обликах. И каждый из вас ее почувствует по-своему. Но я со своей стороны желаю, чтобы вы в своей жизни, в этой жизни получили этот опыт, получили милость Гуру. И уже сомнений точно не будет, что ваша жизнь успешна. Хари Кришна. Хари Кришна, так как лекция для начинающих, немного начну с души. Что такое душа? Душа — это мы. Мы двигаем эту Вселенную своими желаниями. Почему? Потому что Господь исполняет все наши желания. Не сомневайтесь в этом. Может быть, сейчас какие-то наши возможности, наши способности нас не удовлетворяют. Но это всего лишь наша карма, которую мы наработали за наши прошлые жизни. И сейчас мы будем видеть, мы можем желать, мы можем стараться, мы можем стремиться для того, чтобы мы получили в следующей жизни более благоприятное рождение, более благоприятное тело. И мы действительно, и сейчас мы в этом теле можем практиковать духовную практику и подготовить себя для того, чтобы в следующей жизни наше сознание было более чище. Наше сердце было чище, мы были более добры, более милосердны, более сострадательны к другим людям. Потому что иногда возникает какой-то гнев, какая-то жадность, какое-то неприятие кого-то. И вот духовная практика, скажем так, она помогает освободиться от этого негатива. Когда наше сердце освободится от негатива, мы почувствуем, что насколько этот мир на самом деле прекрасен. Понимаете? Потому что вайшнавы, которые достигли совершенства, у них нет врагов. Понимаете? У них нет врагов. Они никого не принимают со своими врагами. И представьте такое сердце, чистое сердце. И, соответственно, как бы, когда вайшнавы приходят, когда они нам проповедуют, они стараются очистить наше сердце. Они стараются сделать нас тоже вайшнавами. Это очень важно понять, что они сюда приходят из-за милосердия и сострадания к нам, обусловленным душам, которые страдают здесь. Страдают не одну жизнь, и не две, и не десять. Очень много жизней. Очень много жизней. Нашей Вселенной очень много-много-много лет. И мы не знаем, когда мы сюда пришли, и мы не знаем, когда мы сюда отсюда уйдем. И в наших силах приложить эти усилия для того, чтобы этот путь был намного короче. И этот путь, на самом деле, он для удачливых людей, потому что он несет очень большую благодать в сердце. Если человек правильно занимается практикой, в его сердце возникает удовлетворение. И он отказывается от того неблагоприятного. Вчера Махарадж рассказывал о четырех моментах, вы, наверное, помните, о неблагоприятных моментах. То есть это азартные игры, это мясо, это неправильные отношения и так далее и тому подобное. Что вот это все мешает, потому что оно стягивает наше сознание обратно в материальную кабалу. Потому что в мире существует три силы, три гуны материальной природы. Это гуна страсти, гуна невежества и гуна благости. Когда человек совершает действия в гуне невежества и в гуне страсти, ему очень сложно понять, кто он сам, что такое материальный мир, что такое Бог. Но когда он находится в гуне благости, ну как подняться до этого гуны благости? Надо принимать пищу, которая в гуне благости. Это викторианские продукты. И предлагать их Господу. Тогда эта пища, она будет нас очищать. Также совершать поступки, которые будут удовлетворять вайшнаву, будут удовлетворять гуру, будут удовлетворять Господа. И опять же, наше сердце будет, скажем так, очищаться, и мы сможем в этой гуне благости практиковать. Потому что
в луне благости мы можем понять действительно, что такое истина, что такое истинное знание. И тогда наше сердце действительно раскроется. Оно раскроется, и мы тогда действительно осознаем, кто такой Господь. Его величие, Его могущество невозможно представить. Потому что Господь, Он создает эту Вселенную, Он ее поддерживает. И Он ее в определенный момент разрушает. Представляете, какой разум должен быть, чтобы миллионы, миллионы, миллионы или даже миллиарды живых существ, которые сейчас даже на Земле находятся, чтобы они находились в этой определенной системе и, скажем там, каждый получал лишь то, что заслуживает, понимаете, и плохое, и хорошее, понимаете. Это все происходит, это действительно так, это все происходит, это не просто, ничего не происходит случайно. Все происходит по воле Бога, но происходит, мы получаем лишь то, что заслуживаем, хорошее и плохое. Когда мы это понимаем, соответственно, мы не делаем плохого другим, потому что это вернется к нам, понимаете? И тогда становится намного проще жить, мы начинаем чувствовать боль других и, соответственно, не совершать те поступки, которые неблагоприятны для нас, для души. Если мы стремимся к богатству, если мы стремимся к удовлетворению своих чувств, что такое чувство? Мы должны понять, что чувство, мы смотрим глазами, и мы пытаемся видеть красивые картинки какие-то, красивых людей. Нам приятно это? Действительно приятно? Мы какую-то мусорку нам неприятно смотреть, да, но какие-то картины, например, красивых людей, какие-то красивые изображения, преданные красивые изображения Господа. Нам это приятно как раз. Также слушаем. Мы не любим слушать какую-то скверную речь, правильно? Мы любим, когда либо нас хвалят, либо какая-то приятная музыка, так или иначе, да? Также, когда мы кушаем языком, мы чувствуем вкус пищи. 6 вкусов. И тоже мы не будем кушать землю, например, потому что в ней нету вкуса определенного, который нам подходит. Мы кушаем то, что нам приятно. Также кожа, она обладает такими способностями, что через кожу мы воспринимаем какие-то ощущения. Вот эти чувства, и также мы вдыхаем, да, нам неприятно какие-то запахи, нам приятно вдыхать какие-то, это 5 чувств, от которых мы сейчас зависим, и которые мы пытаемся как-то насладить. Если у нас есть 1 рубль, мы пытаемся насладить это на 1 рубль. Если у нас 1000 рублей, мы пытаемся это насладить на 1000 рублей. Если у нас 1 000 000, мы пытаемся насладить эти чувства на 1 000 000. Понимаете? Вот это и есть материальная кабала. Но для души нужна духовная пища. Понимаете? Сколько бы богатства у нас не было, сколько бы эти чувства мы не удовлетворяли, все равно душа, она будет голодная, она будет неудовлетворенная. И душе нужна духовная пища, понимаете, и тогда душа будет действительно удовлетворена. Для этого существует духовная практика, которая способна показать это все с помощью разума. Потому что человек, который занимается практикой духовной, у него появляется разум. И с помощью этого разума он способен разглядеть эти вещи. И он способен уйти от этого, скажем так, от этой тюрьмы, в которой мы находимся. Потому что мы сейчас находимся в тюрьме. Первая тюрьма – это наше грубое тело. Это грубое тело. Второе – это тонкое тело, это состояние нашего ума, нашего сознания. И вот эти 2 тюрьмы, которые держат нас здесь, в этом материальном мире. Потому что мы хотим здесь наслаждаться, мы хотим здесь совершать какие-то действия, мы хотим строить здесь какие-то отношения. Понимаете, из-за этого мы здесь находимся. Из-за этого нас Господь дал нам это грубое тело, нам это дал тонкое тело в виде ума и разума. И мы пытаемся здесь наслаждаться, но мы не пытаемся служить Господу. Мы не пытаемся понять, что нужно Господу. И мы не понимаем, что нам Господь на самом деле может дать. А Господь нам может дать все, включая самого себя, понимаете? Настолько Господь милосердный и сострадательный, что Он даст нам, если мы
делаем один шаг к Господу, Он делает к нам 100 000 шагов. Постарайтесь это понять и прочувствовать, потому что у вайшнавов есть такая реализация, у них есть эта связь, и у них есть это чистое сердце. И мы пытаемся быть и стремиться к тому, чтобы стать вайшнавами. Это очень благоприятно для нас, это благоприятно для всех душ, которые находятся здесь, в обусловленном состоянии, во всем мире. Потому что весь мир стремится только наслаждать эти 5 чувств. И это понимание «я» и «моё», оно выше всего. Потому что то, что «я» — это тело, «я» — мужчина, «я» — там, например, строитель, «я» — отец, и очень много-много отождествлений. Это не значит, что я не должен стать отцом. Это не значит, что я не должен стать строителем или мужчиной. Нет, я должен быть этим, потому что у меня это тело. Но я должен это направить на служение Господу. Тогда это будет иметь эффект. Понимаете? Потому что это отождествление, оно не дает нам возможности совершать эту практику, духовную практику, и осознать, что мы души, а не эти тела. Потому что мы эти тела будем сменять еще много-много жизней. Но вайшнавы... Кто такие вайшнавы? Вайшнавы на санскрите патита павана. Это спасители падших душ. Спасители тех душ, которые заблудились в этом материальном мире. Но нам надо домой, нам надо к Богу, понимаете? Потому что мы души, мы вечные друзья Кришны. И Господь, Он вечный наш друг. Нам надо только это понять, попытаться взрастить это желание, а построить отношения с Господом. И тогда никаких проблем у нас не будет. Харе Кришна. Махарадж просил рассказать что-то Гурудеве. Как он вчера говорил, что вся суть вчерашней лекции была сведена к первой сутре, к первому высказыванию о том, что человеческая жизнь предназначена для того, чтобы воплощаться, узнать, что такое истина. А истину может раскрыть только тот, кто ее уже знает. А знает ее это только вайшнав, настоящий, большой Бог, у которого проявлены вот эти все 26 качеств святой личности, который постиг всю полноту или полноту божественного знания, у которого нет материальных привязанностей. То есть определенные критерии, по которым можно определить, что человек находится на каком уровне. К тому ли мы обращаемся, к тому ли мы слушаем, кого мы учимся, кем хотим стать, на кого быть похожим, чьи наставления выполняем. Вот, надо общаться со святыми, внимательно слушать их наставления, исполнять максимум того, что мы можем сделать, молиться о том, чтобы они дали нам сил, чтобы мы могли следовать еще большему. Потом нести рядом, ближнего, через свой пример, через то, как вы живете. Вайшнава же тоже не стал сразу им. Это он пришел к этому, он же не родился им. Нет, правильно? Такой как Гурудев сразу стал. А? Такой как Гурудев. Есть святые, которые в процессе практики становятся святыми. То есть, есть те, которые приходят с духовного мира как посланники Бога. То есть два вида. Все равно два сознание-то его должно быть расширенным сознанием, правильно? А к этому надо прийти по духовной практике. Да, но есть два вида святых, которые поднимаются в процессе практики.
А есть те, которые вечно, вечные спутники Господа в духовном мире. Они приходят сюда, как посланники Господа. Понимаете? То есть это сознание, их изначальное, чистое сознание. Понятно. О том святом, о котором мы говорим, вот его изображение, он уже с таким сознанием находится там, в мире, рядом с Господом. И он как милость, то есть... Мы можем почувствовать только его энергию. Мы можем что-то получить из него, извините. Вы можете увидеть, он приходит сюда в виде, как человек. Понимаете? Вот я 15 лет назад взяла Бхагавад-гита, открыла ее, ну или 18 лет назад. Я пришла в тихий ужас и думала, о чем это там пишут, и какое ментальное тело, и какое астральное, и какое физическое. Думаю, а ни о чем. Вот оно наше тело, и все. А потом я уже сама пришла к этому. Это лет через 15 или через 18, видать, когда мне нужно уже было прийти, я пришла к этому, я с удовольствием стала читать эту книгу. Я уже осознавала и понимала, что о чем вообще там написано. Понимаете? Так же и Библию, если брать. Многие читают, вот, ну, русских будем брать, христиан, читают Библию, они не понимают, о чем там, допустим, хотел сказать Иисус Христос, своей какой-то притчи, они не осознают этого. Вот и все. Это же надо осознавать, прочитать и осознать, что хотел Господь сказать этим. Вот и все. Это так, да. И также мы свою карму, мы ее не можем изменить. Правильно вы сказали, что мы наработали с прошлой жизни, то мы сюда принесли, мы здесь в гостях. Мы играем все спектакли вот здесь. Да? Мы в спектакле, и да. Все, играем друг для друга и для себя в том числе. Но опять же, если мы будем служить Господу, и мы можем не поменять карму, а в более мягких ситуациях ее пройти и наработать себе на следующую жизнь, я с вами вполне согласна, более благоприятное проживание. Господь так говорит. Да? Yes, Maharaj, if you want to speak. Гьянатигарандасья гананджанашалакая чакшурамитамдина тасмай шигуравы намага. О, Шива Гуру, ты очень милостив. Я падший ничтожник, прошу тебя, пролей свою милость и лучом божественного знания рассей тьму невежества, царящего в моем сердце. Ну, сегодня же Шива Гурудева очень много поставляли. На самом деле невозможно переборщить в этом, да? Слава Шива Гурудева бесконечна. И почему? Потому что это та личность, которая вводит нас в духовную реальность. Сможет взять за нас ответственность и вести нас по этому пути. И второй шаг – это мы должны получить у него посвящение. И на самом деле, что Шива Гурудев нам дает? Невозможно нам оплатить за то бесценный дар, который он дает нам совершенно безвозмездно.
просто по собственной доброте и состраданию к нам. Он видит, как мы сострадаем, и дает нам что? Дает нам святое имя. Вчера уже Махараш объяснял славу святого имени, что это Чинтамани. И приводили пример, да, что там какие-то монеты, там, купюры, золото даже, это все. И какие-то еще тоже камни, да, там. Философский камень, Шимафтака камень. Это все меркнет в сравнении с камнем Чинтамани, которым является святое имя. И Шива Гурудев дарует нам это сокровище. Поэтому у нас никаких средств, даже если мы завладеем ценностями всей Вселенной, нам их хватит оплатить. Единственное, что мы можем делать, развивать с ним любовные отношения и искренне стараться служить ему, постараться сделать его счастливым. На самом деле, открою секрет, в духовном мире все строится на личных отношениях. То есть, если у вас нет отношений с кем-то из духовного мира, то как вы туда сможете попасть? Ну, простой наглядный пример, вот вы сидите в дом, какого постороннего человека же не пустите, правильно? Если вы, у вас есть отношения с человеком, то вы можете его к себе запустить в дом. Точно так же, святая обитель Господа, он там живет. Вот если у вас нет никаких отношений ни с кем из его спутников, то вы просто не сможете туда попасть. Аналогичная такая ситуация. Поэтому вот Шива Гурудев — это личность, которая нисходит к нам из этой святой обители, обители Господа. И это очень редкая удача, возможность построить эти отношения. И постепенно-постепенно войти в эту святую обитель. Так, тут что-то был какой-то спор, дискуссия по поводу того, кто-то может что-то понять, кто-то не может. На самом деле все зависит от нашего сукрити. Объясняется, что когда человек накапливает определенный запас духовного благочестия, когда вот он встречается с махараджем, с каким-то с преданными или там с предметами, которые предлагают Господу, это прибавляет ему вот эти благочестия. И постепенно-постепенно, жизнь за жизнью, у него как бы в банке складывается вот эта сумма какая-то определенная. И на определенном этапе начинает. Да, и в определенном, то есть когда определенный объем запаса у нас накоплен, тогда только живое существо может начать понимать что-то, осознавать. И начать понимать, что да, я должен интересоваться духовной жизнью, а не просто телом. И вайшнавы, они настолько милостивы, что даруют нам какую-то возможность вот заработать это сукрити, это благочестие. Допустим, одна очень такая яркая история, когда святой ходил от дома к дому и просил что-то там, ну, как пожертвование. Вот он зашел в один дом, там пожилая женщина рассердилась, что он там подошел, повторял имена Господа. Она сказала: уходи прочь отсюда, я ничего не дам. Вот он смиренно ушел, но на следующий день вернулся опять к этому дому. Опять попросил у него. Она очень сильно рассердилась, накричала: уходи, вообще что-то опять пришел, я тебе сказал, что ничего не дам. Вот, он опять смиренно ушел, на следующий день опять пришел. Она в это время там что-то в доме убиралась, мыла пол, это грязной тряпкой бросила этого вайшнава. Вот, он взял эту тряпку, поблагодарил, пошел на берег реки, постирал, порвал носочки, сделал такие фитильки, которые вот сегодня, ну, видели, предлагали, да? Господи. Промаслил тряпочку. Промаслил, провел вот такой арки, то есть предложил эти фитильки Господу. Вот, и на следующий день опять пришел в этот дом. Вот, и уже поведение этой женщины сразу изменилось. То есть она попросила прощения, пригласила в дом, там что-то накормила его.
То есть вот у него это сукрити Бхагаватама появился. То есть он это Вайшнав принял как ее тряпку, как, ну, как подношение. И использовал для служения Господом. Так она получила сукрити. Вот Вайшнавы, они очень милости и всячески стараются нас, ну, продвинуть по пути. Как это называется? Обманом, с этими трюками. Так или иначе, заставляет нас служить Господу, прямо или косвенно. Вот, и все это происходит только по милости Шри Гуру. Харе Кришна. Чисто служить Богу, Кришне, предаваться Ему, посвящать Ему свою жизнь.
Which subject? There's one speaking, you are not speaking? Да? Да я-то что, я всего начинающий и преданный, в общем, всего лишь 2 года практиковать пытаюсь, не всегда успешно, в общем-то. Хожу на программы, слушаю, ну, особо каких-то результатов я в себе не вижу, например, может, другим виднее. Больше сказать нечего, к сожалению. Григория Тимировна Сергеевна перешла в ближайшую уровень, там я на космической главе. Как многие подчеркнули важность понятия духовного учителя. Бхагавад-гите Кришна говорит, «Татви хибрани патена парикашена севая парикшан дитегьянам гьянинас татва даршинаха». То есть без принятия духовного учителя никто не сможет понять Кришну. И я помню, однажды Гурудев говорил, что вам отцам откроется духовная жизнь ровно настолько, насколько Кришна вам откроет, и не на каплю больше. То есть, милость Кришны находится у него под контролем. И он насколько хочет открыть, настолько открывает любому человеку. И поэтому вот женщина сказала, что она 15 лет назад в Бхагавад-гите столкнулась, но тогда что-то не понимала, а потом вдруг начала понимать. Это надо понимать, что Кришна пролил милость, только после этого человек может начать что-то понимать. А если не проливается, человек не может ни читать, ни понимать. Он сразу откладывает, или закрывает, или засыпает, когда читает. Это, то есть вам повезло, что Господь проявился в вашем сердце и открыл вам это знание, поэтому вы говорите, вот только через столько-то лет я начал Бхагавад-гиту понимать. Так что вы удачливое живое существо. Потому что вам это открылось. Многим вообще ученые читают, изучают и ничего не могут понять. Хотя они могут думать, что понимают, но на самом деле редко открывается это. Вчера Махарадж говорил насчет, если человек повторяет мантру, начинает прославлять, то Кришна всячески начинает его поддерживать. И, то есть как с духовной точки зрения, так и с материальной. Ну, мы видим, что преданные, у многих такие вещи происходят, что Кришна начинает поддерживать этого человека и умножает его даже материальное положение. Но существует еще, вот я подумал об этом, что еще, когда Кришна хочет особую милость дать, то он начинает отнимать все. Это как было с Бхактивинанда Свами Шрила Прабхупада. Если помните, он к Гурудеву пришел в Матхуру, у него даже рваного чадара не было с собой. Гурудев стелил этот свой чадар, и они вместе сидели, и, то есть, кушали просад, чапати там, они вместе готовили. Поэтому, я думаю, наверное, нам об особой милости не надо торопиться, это как бы Махарадж вопрос, простите, а только такое, в смысле, милость. Кришна всем такую любовь. Да? Али Кришна. Maybe I can speak one story. I can speak one story. Who is story? Санатана Госвами Пада. Гантимиранда Сагяна Джанавашина Каячакшива Малитам Вината Смайши Гурдинма Намахомишна Падавадика Прайпана Ишишима Бутырата Малайнейта Намахомишна Падавадика Намахомишна Падавадика Кришна Прештави Бутыры Шимата Ивадидан Свами Падите на мене, панче какато беше припасенто бе вачар патитане пане пи вешна ве пи на мо на мага. Предлагаю се пако на мојот духовен учител на тале да прави што вишна паче што маше да бакте данте на рајни ке се има хараџе. Мојот шикшо духовен учител ја уважаја му што шемат бакте данте што даро ле со ми има хараџе. Ја вам сега раскажу интересна историја, а до тоа скажу несколку слов вступление. Априори мы никогда не сможем определить, кто является вайшнавом, кто является очень-очень возвышенным вайшнавом, кто там из духовного мира, кто не из духовного мира. Это не то, что мы, это даже небожители определить не могут. Чего бы мы при этом не говорили, вот этот из духовного мира или вот этот из духовного мира.
Просто, если действительно, как сказал Прабху, если Кришна Он захочет, Он может это открыть для нас, не захочет, Он может и не открывать это для нас. У нас дело очень низкое, у нас очень короткие руки, чтобы до всего дотянуться, очень глухи наши уши, очень слепы наши глаза, возможности у нас очень маленькие. Мы фактически, даже для небожителей, мы просто маленькие муравьи, которые бегают по этой планете. О таких возвышенных вещах, кто там из духовного мира, кто там не из духовного мира, которые равны по своей природе с Кришной. То есть Наиматма Правачана Налабхи, только если Кришна захочет пролить свою милость, Он такую милость прольет. Вот, например, вот Шрила Гурудев, как Кришна милость пролил, откуда мы знаем, что Он пришел из духовного мира? Помимо того, что мы там, можно говорить о каких-то своих впечатлениях, тех или иных, была одна история. Например, в самом центре Вриндавана есть очень древний храм, называется Сила Кунджа. И вот однажды в Пуджаре там утром прибежал в храм, Гурудеву сказал, что мне Радарани, мне никогда в жизни, я всю жизнь служил божествам, я никогда не относился к ним как к божествам. А сегодня ко мне пришла Радарани, и она сказала, отнеси моей сакхи прасадом от меня. И этот Пуджари был вне себя, он был таким счастливым, потому что он первый раз во сне увидел Радарани. Он побежал тогда в Гопинат Бхаван и передал, сказал, что я так благодарен, я вам так благодарен, я благодаря вам, я из-за вас, я получил сегодня особый дар. Сама Радарани во сне ко мне пришла и сказала, отнеси моей сакхи, Шишимат Бхактивидорту Нарайну Касай Махарадж, просадом от меня. Соответственно, он ни деньги не взял, ничего, он только за стопой держался Шрила Гурудева. Кришна захотел показать, он показал. Потом в Арисе тоже примерно такая история была. Когда Мадхавендра Пурипад, он ушел из Вриндавана в Арису пешком, он остановился в одном храме Гопинатха. И тогда там божеству предлагали очень вкусно приготовленный рис. И он когда он слышал, что это знаменитый на весь мир особый рис. И когда предлагали эти чашечки риса, поставили перед божествами, Мадхавендра Пурипад в уме пронеслось, говорит, как бы хотелось попробовать этот рис, чтобы я знал, как я мог служить своим божествам. И потом стал укорять себя, как же я смел подумать даже об этом, божества еще не покушали, а ты уже туда своим умом залез. И он так стал корить себя, ему стало так стыдно. То есть мы принимаем просад только когда Кришна сам покушает, тогда мы даже и в уме можем попробовать. А тут он был ему очень стыдно о том, что еще не попробовали, и он убежал. Он убежал и убежал за город и стал просто под деревом села, стал плакать, раскаиваться, просить прощения у Кришны о том, что он залез в его чашку и попробовал. Еще до того, как попробовал сам. Тогда что делает Кришна? Кришна приходит во сне ночью в Пуджаре, говорит, ты мне сегодня 12 чашек предлагал, ты не заметил, одну чашку я себе под подол спрятал. У меня там, вон там за городом сидит мой преданный, иди ему отнеси эту чашку. И этот Пуджари тоже проснулся, никакой, побежал в храм, взял эту чашку с рисом. Где тот Мадхавендра? Вот только так мы можем узнать, кто пришел из духовного мира. А других способов у нас просто нету, это нереально. Просто нереально. Это может быть любой вайшнав, о котором мы не подозреваем. И любой вайшнав, про который мы думаем, что он Махабхагава, то он может быть и не Махабхагава. Да? Да, а теперь история, которую я хотела рассказать. Санатана Госвамипад. Он занимает у нас наш учитель, который занимает особое место в нашей линии учителей. Он все истории с ним, они дают очень сильную веру. У него такая миссия, он наш самбанда татва ачарья. Так вот, немножко расскажу об этом Санатане Госвамипад. Он был премьер-министром Бенгалии. То есть мы знаем, что такое быть премьер-министром. Ну, у нас есть об этом, конечно, мы сами не были, но представление об этом есть. То есть это значит, что ты управляешь страной, ты очень богат, у тебя вся страна в подчинении, все тебя слушаются, у тебя
У тебя так фактически премьер-министр, он еще больше важнее, чем президент, потому что всей страной рулит буквально премьер-министр, а не президент. Президент занимается внешними отношениями, а все в подчинении у премьер-министра. И вот Санатана Госвамипада раньше был премьер-министром, и потом вдруг слышат о том, что он оставил свой пост, ушел в какой-то лес и живет под деревом. Он оставил свои богатства, оставил свое положение, ушел в лес жить под деревом. И тогда соседний царь, который хорошо его знал, пришел посмотреть, зачем он это сделал. Он слышал о том, что вот он вдруг ударился в одну из религий хинду, и что-то на него нашло, и теперь он просто от всего отказался. И из Агры приезжает царь, чтобы посмотреть своими глазами на того, кого он прежде знал, и что теперь с ним произошло. Он приезжает и смотрит, совершенно его не узнает. Он просто такое довольное лицо под этим деревом, у него ничего нету, на нем одна ткань, покрывающая бедра, но у него такое счастливое лицо. И он повторяет харинам у себя на четках, просто сияет счастьем. И этот царь, которого звали Акбар, он говорит: «Послушайте, дорогой, вы меня узнаете?» И говорит: «Я же вас знаю, вы были так, как же вы так, зачем вы так поступили, зачем же отказались от таких богатств? Мы же все мечтаем быть богатыми, правда? Ну пусть хотя бы не премьер-министром, но как минимум...» У кого какие запросы? Кто директором магазина, кто олигархом? А тут вообще премьер-министр. Премьер-министру все дают взятки. И олигархи, и не олигархи. Так вот, зачем же вы оставили это, чтобы жить здесь под деревом? Здесь ведь даже кушать нечего. И тогда Санатана Госвамипад как бы не отвечая так слишком глубоко на эти темы, подошел, говорит: ну, вот стал рассказывать о Вриндаване, о том, тоже о Кришне, как хорошо совершать бхакти, о то, о сё. И царь подумал: ну, наверное, странный, конечно, человек, говорит о странных неземных вещах. Он говорит: хорошо, вы святой человек, давайте я для вас что-нибудь сделаю. Давайте я для вас храм построю, у вас хотя бы крыша над головой будет. Давайте я вам что-нибудь починю, что-нибудь сделаю, я могу все, я царь Агры. И Санатана Госвамипад после долгих просьб сказал: у меня лестница идет в то место, где я омовение совершаю, в Ямуне. Вы бы не могли там ступенька одна надкололась, а починить эту ступеньку? Это сказали царем. Ступенька надкололась, иди, говорит, почини ступеньку. Он, конечно же, почувствовал себя очень оскорбленным. То есть он почувствовал, что он его просто унижает такой просьбы. Он до этого не совсем с ним разговаривал, а тут еще решил его просто унизить. Иди, говорит, ступеньку починю. И тогда Санатана Госвамипад стал просить: вы идите, посмотрите ступеньки. И тогда он поплелся до этих ступенек. Когда он пришел до Ямуны, когда наклонился к этой ступеньке, вдруг одна реальность перекрылась другой реальностью. До этого он смотрел все как обычно, а тут вдруг Санатана Госвамипад, он пролил на его милость и подарил ему духовное видение. Перед ним открылся настоящая Ямуна, которая, как описано в Писаниях, она кристально чистая, белоснежная, волшебная, полная цветов лотоса, самых различных цветов. Ему вдруг открылись красивые деревья, птицы, лианы, абсолютно неземных звуков, неземной красоты, все такое сияющее. А когда он посмотрел на эти ступеньки, они были из таких драгоценных камней, которые он даже никогда не мечтал. Он вдруг понял, что он не сможет даже несколько раз, если продаст все свое царство, он никогда не сможет починить вот эту надломленную ступеньку. Вот тогда он понял, почему Санатана Госвамипад оставил свой пост премьер-министра, и где он сейчас живет,
И от чего он такой счастливый? Он живет, оказывается, не в том мире. То есть он нам дают увидеть то, что дают увидеть. Мы видим то, что нам дают увидеть. В данный момент. Мы слышим то, что нам дают услышать. Поскольку у нас сейчас такие желания, нам увидеть реальность дают такую. А как только человек начинает свое сердце раскрывать для Господа, когда он начинает служить ему для Кришны, Кришна ему дарует и открывает свой божественно прекрасный мир такой, какой он есть. И вот тогда, через несколько лет, другая история связана с Санатаной Госвамипадой. Один человек поклонялся Шиве. Хотя днем они стараются заниматься различными фитомассажами, фитобочками, тем, чтобы выглядеть молодо и беззаботно, но еще они спать не могут. Действительно, очень ужасная у них жизнь. То есть иллюзия по поводу, мамина иллюзия по поводу того, что как это быть счастливым человеком и богатым, она рассыпается, как только ты со всем этим соприкасаешься. Главное не успеть туда глубоко войти, чтобы тебя потом смогли вытащить. Это не так просто, вот как Санатана Госвамипада взял в таком большом положении и ушел. Он когда захотел уйти с поста премьер-министра, его царь посадил в тюрьму. То есть когда человек властный, если он видит, что он кого-то теряет, он будет действовать на все методы. Не так легко быть, например, на какой-то элите и потом взять оттуда уйти. Тебя могут действительно все что угодно сделать, чтобы ни коммерческую информацию не унес, ни куда это моя рука и нога пойдет. И его в тюрьму посадили. И он потом откупался 10 000 золотых монет, чтобы сбежать и чтобы пропасть, никто про него не вспоминал. Так вот, и когда мне подарили Шримад-Бхагаватам, второй том, с создания Вселенной. Когда я начала ее читать, мне в подъезде просто подарили. Я вдруг увидела, что моя физика и математика — это просто годы, потраченные моей жизни впустую. Я думала, что это фундаментальные науки, точные науки. Оказалось, что это просто маленькая крупица из всех знаний. Меня годы всем этим накачивали. Я была так поражена, когда я увидела, я люблю точные науки, я большой скептик. Я на веру вообще ничего никогда не принимаю. Как бы это ни странно звучало, я все перепроверяю. Но когда я читала Бхагавад-гиту, у меня все мое представление жизни, оно стало, Бхашимад-бхагаватам, все мое представление жизни стало складываться в одну замечательную картину, при которой сами собой стали уходить одно сомнение за другим. Те вещи, которые я раньше не могла понять, они стали такими очевидными и понятными, что после того, когда я прочитала эту Шримад-бхагаватам, я стала искать людей, кто ее написал. Я не встречала еще таких мудрых людей. Ну а потом, когда я поделилась на работе просто то, что вот я со своей с другой женщиной, с моим начальником, она как раз в ИСККОН ходила, она говорит, тебе так повезло, тебе такая книга досталась. Она говорит, у нас тут как раз в Красноярск приехал один мудрый человек из Индии, который до этого окончил университет Лондона и университет Оксфорда. Я думаю, как здорово, с такими я еще не разговаривала. И вот, то есть я пойду сейчас, думаю, еще попрактикуюсь на английском. Ну и когда я туда пришла, та чистота, когда идет от вайшнавов, когда у нас будет еще более тонкое восприятие, мы будем чувствовать, от какая чистота, какое излучение, какое спокойствие, какая мудрость от них исходит. У нас сейчас очень грубое восприятие. Но по мере того, когда сердце наше будет очищаться, мы это будем чувствовать сначала каждой порочкой своего тела, а потом гораздо-гораздо глубже. И когда я столкнулась с представителями моего учителя, я сразу почувствовала, что это именно мне и нужно. Вот то, в каком состоянии находится его сердце, можно назвать счастливым. То, как светятся его глаза, можно сказать о том, что он счастливый, потому что он служит, он живет сердцем. Он служит сердцем. У него есть любимые, ради которых он
он отдал всего себя. Вся его жизнь — это самопожертвование в любви. Что же может быть прекраснее, чем это? И вот когда мы это почувствуем, когда мы немножко сами это попробуем, это такой вкус, это так вкусно, что потом не только такое положение. Рупа Госвами предупреждает всех: никогда не езжайте во Вриндаван. Махарадж вас во Вриндаван зовет? Предупреждаю, не езжайте во Вриндаван. Если вы туда поедете, если вы окунетесь в ту атмосферу, если вы получите особую милость Кришны, вы забудете о своем Айшинске вообще, вы забудете о России, забудете о своей семье, вы просто все время будете плакать в любви по Кришне, в любви по Вайшнаву. Ни в коем случае во Вриндаван не ездите. Мальчиков потрупящих, и спасибо, что говорит, что по титану поверил. 10 лет это уже. Короче, езжайте во Вриндаван. Вы знаете, я вот как-то даже с детства вот все время любила смотреть индийские фильмы, то есть они мне нравились своей красочностью, вот природой этим. Сердечностью своей открытостью. У меня была мечта побывать в Индии. Не езжайте во Вриндаван. Тогда еще и не осуществилась. Не надо, не надо. Лучше здесь, в Ачинске. Здесь вот с Олей я бы действительно съездила во сне. Это очень опасно. А то потом будете такая же, как она. А я и так не муж говорю, что не все дома. Нет, в Индии вы можете поехать, во Вриндаван не езжайте. Кто у нас красиво может спеть такая Симхакрию Прабу поет красивую песню, как раз это перевод на русский язык, вот эта песня Рупа Госвами «Не езжайте во Вриндаван». Нет у кого никого стиха слов. На русский язык Шрила Гурудев у нас просил, чтобы мы вот наши красивейшие песни переводили на русский язык. И когда на русский язык переводится, они становятся такими красивыми, такими душещипательными. Мы еще продолжим эту работу. Я просто подумала, что, может быть, кто из преданных умеет ее петь. Там как раз поется: а вот так не нужно ездить во Вриндаван. Прочувствуем. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вопросы есть? Махарадж говорит, вопросы уже закончились. Давайте я задам вопрос, например, такой. А что же мы можем сейчас делать в нашем положении, находясь сейчас в Ачинске, да? Вот как реально можно заниматься бхакти в Ачинске? Хороший ведь вопрос? Махарадж, what can we do now if we live in Ачинск? We have job, we have family. What we can do now? What kind of bhajan we can do now? You do question or they have to question? I'm doing question, but they said it's okay, it's very good question. Actually, they have. Махарадж говорит, вам этот вопрос нравится, ответить на него или нет? Yes, yes. Yes, Махарадж. Yes. Hare Krishna. So, you know, once this Narada Rishi, he came to Yudhishthira Maharaj's house. And when he came house, the Yudhishthira Maharaj became so happy. Oh, my life is successful. Some sadhu Vaishnavas in my house, you know. Shastra scripture, when you can meet to some Vaishnavas, some devotees, you can thinking, oh, my life is successful. This is the Himself, Lord Himself, take the form of sadhu, came to us. When Lord, you doing happy to somebody, Lord telling, I am did not came, I am came through to Vaishnavas. Махарадж говорит, однажды великий прославленный Вайшнав, святой Нарада, посетил дом императора земли в прошлом Юдиштиры. Махарадж его звали. That here, before Нарада's name? Вы о Нараде раньше слышали?
No, Maharaja. I thought very famous Vedic saint of. I told, I explained a little bit about Narada, that he is very famous Vedic saint, sadhu. И тогда, как только появился этот святой, прославленный, на самом деле прославленный по всему миру, то тогда император, он стал просто во свое восхищение выражать ему, он говорит, я самый счастливый человек на свете, если вы посетили мой дом, то я самый счастливый человек на свете, потому что Господь послал в мой дом святого, значит, моя жизнь теперь наполнится смыслом, значит, есть смысл в моей жизни. Some Vedic tradition where some sadhus coming, they have very nice asana, washing this lotus feet, take this Chanamrita, doing arati, this is again garland. Many disciples who worship give so much respect to him. Вот в Индии, например, умеют почитать вайшнаву. Когда появляется саду, то ему дают самое лучшее место его сажу, чтобы у него все удобно было. Ему предлагают вкусные кушанья, ему предлагают воду, предлагают цветы. То есть там определенные обычаи, как удовлетворить тех цветы, которые приходят в дом. Why Lord, through that this Vaishnavas comes our heart, through this Vaishnavas, you know, they are moved to our all kind of problem, you know, all kind of suffering. Потому что они являются посланниками Бога, потому что они в своем сердце Его несут, и сейчас будут говорить то, что хочет от нас Господь. Samrat. Yes, Samrat. This is the whole, you know, world with the king of. They are small king among the all small king who is the control of all king. This is the Yudhishthira Maharaj. I mean the great Krishna's very great devotee. Вот, например, Yudhishthira Maharaj, он был не просто царь. Он был императором, то есть он был царем над царями, они ему подань всю подавали, он был самым великим, он был императором, тогда был всех континентов на этой планете, не просто царь. Тогда, говорит, России как таковой единой страны не было, это все была одна цивилизация. Ни Германии, ни Франции, ни Англии, как отдельных не было. Тогда это все было ведическая империя, тогда это называлось Бхарата, царство Бхараты, с самыми различными континентами и царями на разных территориях. Если вы смотрите previous life, everybody followed this Vaidhi culture, husband and wife, children, all Vaidhi, this is the Varnasram, whole world before followed this thing. Раньше сейчас везде можно видеть о том, как в истоке той или иной современной культуре в разных странах были именно уходят истоки ведические. То есть это видно, как преобразовалось это в каждой стране нечто другое. So when this Narada is escaped, to worship and this whole have their five brother and their five wife. Also, so many children, everybody, big family. Now they are Siddha and that, you know, this lotus feet and the lotus feet and telling, oh, today is the Lord's so much special mercy. Lord himself came through to you. И Юдиштхира Махараджа было еще четыре других брата, все тоже, которым во всем ему помогали, были ничем не ниже, чем Юдиштхира Махараджа. И вот эта вот большая семья с мужьями, с детьми, с женами, все они теперь бросились встречать Нарада Муни, и все они с таким почтением, великолепием встречали его. This material world, samsara, this is like this samsara, bhava, na, lina, loko, tranaya, karuna,
Sasarita Tavana, they are everybody suffering. And this is a bit of Maya illusion. Wives, children, you have so much attraction to them. You know, they are Maya also completely. But you have big family. So, can you give some instruction? You can stay in this family, you cannot left like this in sadhu. Left every children, family, job, and become sadhu. You cannot be passive not for everyone. Mm-hmm. Cannot take, how can you stay in this real life? И вот тогда Юдиштхира Махарадж, император, задает очень важный вопрос. Подождите 5 минуточек, сейчас вот так вот совсем немножко. И тогда этот император, Юдиштхира Махарадж, задает очень важный вопрос, как раз тот самый. Он говорит, каким образом, о великий святой, я в своей жизни, будучи семейным человеком, то есть это налагает много семейных обязанностей, будучи императором, то есть проблема легко решать проблем простых людей. А помирить двух царей, кто сейчас померит между собой Россию и Украину? Не так легко. Так вот, а император, он как раз занимается тем, что он мерит перед собой, согласовывает всех людей с этими большими амбициями, всех царей. Говорит, как же я в своей жизни, имея большую семью, очень большую семью. И я очень занят тем, что решаю множество вопросов, каким баджаном я могу заниматься, каким поклонением Господом, куда я его всуну, и как его могу делать, говорит император. Yeah, then he gave one example, some man, he have so much like this ghee, so much like ghee, but if drinking ghee, and this very completely, you know, lose motion now. But he is so much love to ghee. So he went to doctor, hello doctor sahab, I am so much like ghee. But now I am being religious and now. But I cannot let this ghee. You can tell him any way, I'll drink the ghee, but my belly become the okay. И тогда Нарада рассказал простую историю, чтобы донести такие вещи. Он говорит, ну представь, был один человек, который уж очень любил есть масло, топленое масло. Но оно по вкусу очень вкусно ему. И он до такой степени им объедался, что у него начиналась диарея после. Он как поест масло, он сразу в туалет. У него там все хорошо промазалось. А и он остановиться не может, ему постоянно нужно было масло это топленое пить. И он пришел уже к аюрведическому доктору и говорит, ну помогите, пожалуйста, сделайте что-нибудь, остановите этот понос. Но масло я не прекращу есть, это я сразу предупреждаю. Нужно какое-то средство, чтобы я мог и масло есть, и понос мой прекратился. Then he tell him, okay, I can give some medicine, give this ayurvedic medicine, before direct drink this ghee. But now don't take this ghee, mix this medicine. And they try licking, like this, licking. There are some sour, some salty, there are some chili, there are so many things like this. But when he is taking this mix, then comes some juice. Before direct drink, so you can lose muscle. But now, which ghee, coming to lose muscle, now this ghee gives so much strength, now it becomes so much healthy now, good healthy now. И тогда доктор дал ему замечательный совет. Он говорит, ты, конечно, масло ешь, ничего страшного. Ты просто его пил раньше, а теперь я тебе дам различные вкусовые травки. Он говорит, одна солененькая, одна кисленькая, одна там самые различные добавки вкусовые. Говорит, ты просто размешивай масло с этими добавками. И когда ты будешь пить масло, у тебя все прекратится. И на самом деле, когда он стал слизывать это масло, то есть раньше он пил, а сейчас стал слизывать, у него сильно улучшалось пищеварение. И то же самое, когда раньше он пил масло, у него просто не включалось пищеварение, поэтому все выходило. То вот этих вкусовых добавок от соленого, кислого, у него все вдруг масло стало перевариваться, он еще стал еще сильнее, чем был до этого. То же самое масло сделало его более здоровым. Now Narada gives an example, no? That meaning is what is this ghee? Well, this is the karma. Yeah? This we have to, now this world, why you are suffering? What is the reason? Suffering so many problems, why come our life? This is the previous karma, prarabdha. Like this, if this neem seed put, then neem tree.
he put this banana tree, seed in banana tree. If there are some apple, put this apple tree. Like this, before you did karma, as like now you are coming this karma path. Mm-hmm. Actually. So one in a life and life you are like this. This life doing some karma guru, next life. Next life this is karma guru, again life. Like this you are surrounded this wall, eight for life, always suffering, suffering, suffering. This is the key. This mm-hmm. is the key. Maharaj говорит, что это за ги, которое мы так любим пить? Это ги, которую мы любим пить, называется карма. Мы в течение жизни делаем определенные поступки на определенном видении, что является как семечками посадили. Сделали поступок, семечко посадили. Сделали поступок, семечко посадили. Сделали поступок, семечко посадили. Если посадить семечко яблони, яблочки вырастают. Если посадить семечко рябины, рябина вырастает и так далее. Может вырасти либо горький, либо сладкий. В зависимости от того, какой мы поступок совершили, то у нас дерево потом и вырастет. А следующая наша жизнь для того, чтобы мы получили плоды по этим семечкам. То есть сейчас мы родились для того, чтобы получить плоды по семечкам в прошлой жизни, а в следующий раз, когда мы породимся, мы получим плоды по своим сегодняшним семечкам. И вот Махараш объясняет о том, как это происходит. Yeah. Now you are suffering, suffering. So not that, but you are without karma, you cannot stay. Necessity to karma. Must be some karma activity without stay. Then how can it do? Not that, okay, you can take ghee, no problem. But take like this, telling I cannot let this ghee, well, okay, you can do karma. But the karma then mix some medicine there. But telling that, what is this medicine? This is the bhakti, telling bhakti, okay? Whole day you can do work, you have money, money, dhani, you know. So without ruble cannot do anything. Okay, do nice karma. But why do Krishna telling Gita, you know? Jat karosi, jat snasi, jat johasi, dadasi jat, jat tapasasi kaukyata, kurusamadarpana. Krishna telling Arjuna, what are you doing? In fact, it is me. All the two work will why? For this money, will Krishna seva? Yeah, Krishna seva. Nice, nice, every day with pizza, pasta, and so many Russian dish, nice, nice. Well, why are cooking? Well, Krishna seva, according to Krishna, yeah. And children, with children, okay, with children, he also Krishna Bhakta, with me together doing kirtan. When my become son is playing mridang, I do kirtan, you know, doing together kirtan, Krishna sansar, this. Krishna sansar, nicely make this your house, very nicely. Well, why? Well, this is the Krishna's dome. A nice decorate, very good, good picture everywhere against Krishna's stuff. Nicely cleaning, but why? The Krishna coming to my house, playing, so I am doing. So telling this medicine can put this bhakti, this medicine. Uh-huh. И Махарадж объясняет, вот любим мы ходить на работу. Мы верим сейчас, что вот я сейчас буду работать, и после этого мне даст деньги. И у меня нужна семья, которую нужно воспитывать, которую нужно обеспечивать. Это все называется карма. И без нее мы сейчас просто не способны жить. А каким образом по-другому? Поэтому Нарада говорит, хорошо, ты любишь совершать карму, без кармы никуда. Ты просто наряду с этим добавь еще кое-что. Что же нужно добавить? Какой бхакти там добавляется? Нужно на то же самое просто смотреть другими глазами. То есть... Например, я хочу большой красивый дом. Ну и замечательно, говорит Нарада. Только ты просто относись, что это не твой дом, а дом Кришны. Вот ты прямо к нему так относись. Если нужно что-то построить, перестроить, сделать, украсить. Нужно внутри, чтобы у нас и красивое изображение Кришны, чтобы в центре дома был красивый алтарь с Кришной. Нужно все это делать для Кришны. Вся работа по дому для Кришны. Любишь ходить на работу? Замечательно, там же коллектив есть, там интересные люди. Но это нужно в сердце предлагать Кришне. Кришна, я из-за тебя хожу на работу. Я ведь туда хожу, потому что я другим людям помогаю, рассказываю. Я туда хожу, потому что я зарплату эту потом использую на служение тебе, на служение вайшнавам, на служение моей семье. Вот просто вот делать то же самое, но поменять на это отношение. Вот моя жена, она не просто женщина, которая принадлежит мне, а моя жена – это твоя служанка, ведь она же тоже тебе дорога. Это ведь фактически, это она принадлежит тебе, она ведь тоже душа.
к Тебе принадлежит каждая душа. Мои дети, они, конечно, мои дети, но ведь они все Твои. Они же изначально-то принадлежат все Тебе, и дочь мой, и сын мой, они же принадлежат все изначально Тебе, они же Твои тоже слуги. Знают они об этом, не знают, но они же Твои. И поэтому я и к ним буду относиться, как будто они Твои слуги. Я им буду помогать, я их буду воспитывать, им нужны деньги, я буду давать деньги, но они Твои. Я буду им помогать, потому что они Твои. Как только человек добавляет вот такое лекарство ко своей жизни, у него эти семечки сгорают, которые он садит. По ним не надо будет ничего, ничего не прорастет в следующей жизни, никакая карма. Это просто делать то же самое, не надо ничего отказываться, но просто поменять отношения, все видеть в связи с Кришной. Yeah, this is not Maya. Brahmaina Brahmatali, Tavad Kara Karagriya. Unless I kill this griya like this one, Karagriya. Jai Vulve, Vijavad Nathya Krishna Dana. You are not in this Krishna's house. Yeah, this children, this is the Maya. But when we did not in this Krishna's sons, this is the Maya. This husband, then is the Maya. When, but this material attachment is the, but when we were not thinking this is the Krishna's servant. This why, then is the Maya. We are not thinking Krishna Dasi. И тогда вдруг, вот то же самое, что являлось предметом твоего порабощения в этом мире, то, что тебя связывало, то, что тебя спутывало, из-за которого ты даже ничего дальше не мог шагнуть, оно вдруг станет предметом твоего освобождения. Тогда Брама говорит, майя, она порабощает, майя обозначает крепость. Мы живем в четырех стенах, и нет у нас возможности вырваться из этих четырех стен. А когда человек по-другому начинает на это смотреть, перед ним открывается весь мир постепенно. Он становится свободным. И та же самая майя, она открывает для него свои двери. Человек получает свободу в жизни. Хорошо? But unless until you can get connected with the Vaishnavas, you know, that you are listening, but when you are associated with Vaishnavas devotee, then possible, you can come your own life, you can follow this. Without, you cannot follow this. Но есть один секрет. Можно, например, об этом всем услышать. Это действительно является сокровенной истиной вед. Можно об этом услышать, о том, как хорошо действительно это срабатывает, как моя жизнь улучшится. Но если мы при этом не имеем связи с Вайшнавом, для нас это на время будет сначала теоретическим знанием в голове, а потом Вайшнав уедет, и это знание также испарится. Оно не найдет применения в сердце, и оно не откроется, оно не станет очевидной истиной. Ты так и не поймешь, как это делать, применить в своей собственной жизни. Оно просто на уровне ума немножко продержится и уйдет, а так ты не сможешь им воспользоваться. Это будет возможно только если у тебя есть связь с Вайшнавом. Когда он наделяет, когда мы развиваем свою связь с Вайшнавом, он наделяет нас определенной силой, когда это становится для нас возможным. Вот этот секрет Кришна заложил тоже в ведах. So our all scripture telling sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu sangha, sarva sastra kai. All scripture telling must be associated with Vaishnavas. Поэтому все веды говорят sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu sangha, sarve shastra kai. То есть все писания говорят нужна sadhu sangha, нужна sadhu sangha, никуда его не денетесь без sadhu sangha. Now you are saying archanis. You are saying archanis, you know. But how you are came to here, you know, some India, some Vaishnavas came to here. How you can, now you are put tilak, mala, khati. How happy this is? This is the fruit of sadhu sangha, you know. Indulekha. You know, she is the coming to Gurudev, listening Harikatha, Vaishnava associates, also she doing bhajan. Now she also gave class to you, you know, this gave Krishna class. Then you are invited to us, now you are gathering here, listening together. What is the, how happening this? The main thing is that somebody came in contact with this. Он говорит, каким образом можно увидеть, убедиться в необходимости такой связи? Он говорит, каким образом вы здесь сейчас оказались? Каким образом вы сейчас слушаете Харикатху? Каким образом на вас Кантималы?
только потому, что прежде Индулекха встретила своего учителя. Она, между ними существует крепкая связь. Между ней и вайшнавами существует крепкая связь, поэтому и она и вас-то сюда все организовала из Арчинска и пригласила сюда, представлять людям возможность из-за ее связи с вайшнавами. Все по связям делается. Хорошо. Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. There is no need, you know, our Krishna never tell you left this, this is the Krishna never tell you. Tell Krishna. Jora. Krishna говорит, не нужно оставлять там, бросать все, бросать всех, не нужно это все делать. Просто, говорит, вместо чора бросать и джора, свяжите это все со мной, и тогда будет успех. So, Mahabhutali, Krishna is Sansari Garachariya Naja, to Krishna's family. Not only, take a whole family, children, husband, everybody, take together, do Krishna Kirtan, then your dome, no? Because your dome is the Bhaktivinoda Thakur telling, Jedina Grihi Bhajana Dati Grihate, Golok Bhajana, your house to Kirtan, not your dome is Krishna's house, Golok Vrindavan. Если, например, главное сейчас требуется от нас, Махарадж говорит, вас учат, для того, чтобы для вас сейчас началась чистая духовная жизнь, полное просветление и счастье, нужно теперь построить маленький мирок духовного мира у себя дома, чтобы у вас все напоминало о Кришне, чтобы вы смогли своим близким постепенно объяснить, как важно заниматься духовной жизнью. Если вы, например, приведете кого-то сюда тоже, им тоже захочется заниматься духовной жизнью. Вначале нам сложно объяснить другим, а вайшнавы могут объяснить. Поэтому у нас главная задача, если мы постепенно, годами сейчас, всю свою семью сделаем, что каждый захочет заниматься баджаном, какая у нас будет чистая, удовлетворенная в семье ситуация, что у нас там просто все то зло, которое будет наружу, оно не войдет к нам в дом. Tell in your family only one person become Vaishnavas, devotee. Then what is the benefit? Well, tell you this, 21 generation become the free of this material existence, they are good Kalam Vrindavan. Which mother carry this poem of this son, this mother poem become successful, and father life become successful. And this is the which country he took birth, this country also successful. And with the poor father already went, always there keep hope. When my family person becomes sadhu, Vaishnavas, without Vaishnavas, they are not free of the sinful activities. Mm-hmm. But some Vaishnavas, they are completely free of everything, go to Brahmagarha. Махарадж говорит, и когда у нас, то если взять только нашу собственную жизнь, когда мы начнем совершать баджан, когда у нас появится вера в Кришну, Нарасимха, Господь Нарасимха говорит, когда у человека появляется твердая вера в Кришну, тогда его мать, которая носила его в чреве, получает освобождение. Получает освобождение, то есть Господь на нее проливает милость, очищает ее от ее грехов, ее жизнь становится спокойной. Тогда отец, тогда 21 поколение, если у человека появляется твердая вера в Кришну, то 21 его поколение, даже те предки, которые уже умерли давно, они получают освобождение от своих грехов, и у них тоже все налаживается. Те предки, которые уже умерли, они, возможно, находятся в том самом месте, но где бы они сейчас ни находились, они все возрадуются, когда узнают, что их потомок сейчас начал поклоняться Кришне. Они только ждут и надеются ради этого, чтобы получить освобождение от своих грехов и тоже стать совершать свой баджан. Там иллюзий нету. Предки не радуются, когда кто-то из потомков начинает поклоняться Кришне. И очень огорчаются, когда кто-то идет, совершает грехи, потому что эти грехи на них падают тоже соответственно. Махарадж говорит, если сын начинает совершать грехи, вот то же самое на все эти поколения эти грехи ложатся. So, necessary all father, mother, they try to teach to the son
spiritual life. Поэтому Махарадж говорит, вы уже будьте внимательны к своим детям, пытайтесь им прививать духовные, находите к ним подходы, если не можете, то через вайшнав, но чтобы воспитывать из них хороших потомков. Хорошо. So, well, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Itai Gaur. Premanande. Ну, некоторые многие члены, они переживают по этому поводу, что когда они начинают, ну, пытаются начать следовать чему-то, у них нет таких возможностей. Они не могут сразу вот решиться, изменить так свою жизнь и вот стремиться от всего решиться и вот так, так, так. То есть начать свою жизнь начать по-другому. Они расстраиваются и, в общем-то, просто оставляют. Я так не могу, пока еще не созрел. Так Махараджи говорит, что не надо ничего оставлять. Нужно просто добавить к своей жизни, Махараджи объяснил, повторение Харе Кришна Махамантры. Пусть как, даже если невозможно что-то поменять в своей жизни, какие-то не хватает силы, сдвигов, как-то даже очистить свою жизнь или в семье, ну никак не получается. Нужно просто к своей жизни в свободное время добавить повторение Харе Кришна Махамантры. И все. Главное вот это не оставлять. Всем остальным можно пожертвовать, но Харе Кришна Махамантру нужно продолжать повторять. Some many beautiful people, they are studying, following, and they understand that they cannot change their life, but they cannot leave many things. So, and therefore they are leaving everything, like all bhajan. And I told her, Maharaj just now explained that no need to leave, even you cannot change your life, just chant Hare Krishna. Hare Krishna never leave. But all other things will gradually change, but only just pour this medicine, Hare Krishna Mahamantra chant. Yeah, yeah. So, telling it, you know, this scripture telling, without sanskar, you know, you cannot be very difficult to marry. Necessarily, you are behind some. The satsanga prapatai pumbi sukrutai purva sajjitai. Telling your previous, you know, sukruti, you know, when then. Sadhu Sangha, you know, certainly Guru Krishna Prasad Bhai Bhakti Lata Vin, Brahmanda Bhamita Kon, Prabhupada, what is the Kon and what is the Kon? Who is the kept conductor of Vaishnavas? Who is the previous some Bhakti Unmukha Sukruti? So, necessary you have, necessary chanting, holy name, as much possible, Sadhu Sangha, Tulasi Seva, Thakur Seva, try, slowly, 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 do it, as much Sukruti. Махарадж говорит, это естественно, так будет у большинства людей, нужно быть к этому готовым, потому что невозможно взять и перестроить свою жизнь, не имея сукрити, то есть все именно сукрити в наших прошлых жизнях. Мы сейчас что, помогаем людям, мы даем им хорошее впечатление, на основании которых накапливаются, и потом они когда-нибудь начинают свой баджан. Поэтому не нужно огорчаться из-за этого, просто все больше и больше помогать людям, давать сукрити, вот эти хорошие впечатления. Our India, one big astrologer, his name Chandrasekhar. Very big astrologer. Before, when his childhood completely foolish, you know, completely foolish. This family person becomes so much unhappy to him. He kicked this house. Now he becomes so unhappy, oh, I am foolish, I am not can study. I am not coming to, he also is going, then now he will be, or India, you know, before not to see the water, but take nothing, before everybody well, everybody take out water well and use. Now he also thirsty, then he saw some ladies, you know, take out this water, now thirsty, see, he went for drinking some water, when he went to drink out water, then he saw, it's like this well, there is stone like this, stone. He saw this stone, there are nice one, a place where keep this pot. Before also not silver, nothing. Before only clay pot. Everywhere before not under the
not so much advanced science then complete. Then sir keep the clay for her keep there one stone, but there one hole. Then he looked very surprised. Then he asked this ladies, are you made this hole, this stone? Well, no. Well, how become this stone, this the hole? Well, you are every day this clay, but keeping slowly, 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 he became whole. No. This life will change. Well, what? This clay pot, this is the stone. This key, this clay pot. But clay pot keeping, but this stone become nice whole. So now he thinking, I think maybe I can study, I am police. If some clay pot become whole, this is a stone. If I want to study, why you become wise? Then return it. House. Now he try to study. In a study, he became big astrologer. His name is our India Chandrasekhar. Mm-hmm. With the first, this is the star. You know, looking at this star like this, okay. In a counting, big astrologer. Now India is a very famous person. Maharaj has сказал очень одну поучительную историю об одном знаменитом астрологе из Индии, который зовут Чандрашекар. Тот рассказывает о своей собственной жизни. Он говорит, я когда родился, все считали, что я очень глупый ребенок. Он настолько глупый, ничего не понимает, не способен учиться, что он просто взял и ушел из дома. Там, то ли его попросили, то ли он взял и ушел из дома, потом думает, что нет во мне надобности. И когда он шел, он увидел однажды, он захотел пить, увидел колодец, то есть колодец, вымощенный камнем. То есть состоит из кирпичей, из камня. Не из кирпичей, а из камня. Представляете, да, что такое колодец? Вот. И там женщины использовали глиняные горшки для того, чтобы поднять воду. И он уже подошел к ним напиться и смотрит на одном из краев этого колодца, на камне глубокая, ровненькая, идеальная вмятина, как бы... как это сказать по-русски, выявление или выемка, да, то есть, который идеально встает этот горшок. И он спросил этой женщине, а вы что ли так такую хорошую подставку для горшка сделали? Он говорит, да нет, мы его не делали, просто, ну знаешь, каждый день мы вытаскиваем воду, ставим в это место горшок, и вот такое на камне образовалось. И тут этот мальчик подумал, даже что такое глиняный горшок? Он раз нажал и сломался. И что такое камень? Он же попробуй его сломай. А тут, если каждый день просто женщины ставят в это, даже глиняный горшок оставил все-таки такой замечательный след, такую замечательную емкость, место для того, чтобы держать. Я же не хуже, чем этот камень все равно. И он решил вернуться домой. Если он подумал, что просто будет все равно учиться, и даже если на камень, то та глина могла так воздействовать, то он своей силой и волей продолжал учиться и стал очень знаменитым астрологом Чандрашекар, у которого все остальные астрологи учатся. Хорошо. Try every day. Поэтому Махарадж говорит, даже если у нас чего-то не получается, не хватает, но нет у нас понимания, как это делать, но мы из другой культуры сейчас. Нам очень сложно говорить о чистоте, нам очень сложно говорить о семейных взаимоотношениях. Что говорить о том, чтобы взаимоотношения с Кришной? Нужно просто, как глиняный горшок, нужно просто стараться, и постепенно все эти самскары, все эти впечатления, понимания придут в наше сердце. Простите, мне можно я увидеть? Конечно, идите. Это просто наш насущный вопрос, у нас есть такие преданные. Насколько нужно стараться? Нужно это делать под силой или нужно, как должно быть стараться? Или вот они говорят, мне не могу, так не получается, вот они просто уходят. This is like same question. She said the people become frustrated. They cannot understand. Oh, how much shall I endeavor? Oh, like this is not possible. It's better if I will leave this. Many people have this expression. Try as much possible. Старайтесь, насколько это возможно. Чем больше у нас получится, тем больше мы получим от этого блага.
try. You know, for this material happiness, you are doing very hard work doing, you know. Study maybe 25 years to study. Then anyhow do the job maybe 10 hours, 11 hours, 20. Then got some reward, you know. Even you are not in happiness line. Disturb. Asking anybody happiness, everybody unhappy. Material. Deep to this material happiness, you could so much endeavor. Махарадж говорит, когда нужно, мы стараться умеем. Например, когда дело касается в школе получить образование, через какие усилия мы прошли, через какие экзамены, сколько нам пришлось материала выучить, сколько нам пришлось учить, бессонных ночей провести, чтобы хорошо экзамены сдать. Когда нам нужно было получить хорошую работу, пройти собеседование или там испытательный срок, сколько мы прикладывали усилий. А дали ли эти усилия, сделали ли нас счастливыми? Нет. Все по-обыденному, как у всех. Так вот, Махарадж говорит, ну, если бы мы хотя бы каплю из тех усилий отправили бы на Кришну, мы бы на самом деле стали очень счастливыми людьми. Хорошо? Окей, Гауджи Мананде. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Рама Рама Хари 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 Кришна Хари Кришна Кришна Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Бода Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, 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 Рама, Хари, Рама. Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари, 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 Рама, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, 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 Рама, Хари, Рама. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Nitai Gaura Jaya Nitai Gauranga Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Shri Radhe Gopal Bhaja Bhaja Shri Radhe Shri Radhe Gopal Bhaja Bhaja Shri Radhe Shri Radhe Gopal Bhaja Bhaja Shri Radhe Shri Radhe Shri Radhe Jaya Jaya Radhe Shri Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Radhe Shri Radhe Gopal Bhaja Bhaja Shri Radhe Shri Radhe Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari bol, 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 Hari 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 Bhola Hari Ram Hari Ram 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 Hari 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 Bhola Hari Ram Hari Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bhola Hari Ram Hari Bhola Hari Ram Hari Ram 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 Hari Hari Bhola Hari 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 Bhola Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Hari Bhola Hari 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 Hari
Thank you.
Вечерняя лекция будет в 6 часов. Приходите, пожалуйста. Скоро будет еще просадка. Сейчас отдыхайте, занимайтесь семейными делами, кому же нужно. И сейчас будет угощение скоро. Скоро. Вскоре. На паузу поставьте.